попросили сделать видеообзор по данному телефону Samsung Galaxy M54. Состояние у данного телефона идеальное. На экране уже установлено защитное стекло. Так, никаких учетных записей нету. Пришло обновление, можно обновиться при желании. Телефон 256 встроенной памяти, 8 оперативный. Сейчас включим. Откроешь? Так, экран, как видите, без выгораний. Проверим оригинальность экрана. Серийный номер для начала можете проверить. Оригинальность экрана проверяем. Набитые сектора. То есть никаких битых секторов нету. Телефон не скрывался, не ремонтировался. Царапин, потертостей на данном устройстве нету. Состояние идеал, как видите. Так, проверим дальше работоспособность. Так, симку читает, как видите. Сейчас Wi-Fi модуль проверим. Wi-Fi модуль видит. Bluetooth. Bluetooth сети видит, вот доступные. Проверим горизонтальную фронтальную камеру. Это фронтальная. Широкоугольная. Приближение. Все замечательно. Так, заряд не роняет. Сейчас проверим разговорный динамик. Вы позвонили в службу 112. Разговорный динамик работает. Сейчас проверим гнездо зарядки. Сразу с вами. Так. На зарядку мы поставили данное устройство. Видите, как видите, заряд принимает. Сейчас, секундочку, извините. Я включил раз. Там еще один договор. Подожди тут. Вот. Так. Отпечаток. Так, это нам не надо, Samsung аккаунт. Так, 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 так. Отпечаток пальца, например, да, продолжить. И, как видите, отпечаток дает сделать. То есть никаких проблем нету. В принципе, все. По данному телефону мы все рассказали, показали. Внешний вид, состояние, да, и так далее. Готово. Все, можете пользоваться. Никаких проблем, ничего нет с ним. Ну, в комплектации ничего.